И совершенно понятно, что эта трагедия, которая началась с того, что Киевская Русь не просто распространилась, но и распалась. И то, что было вероятностью, наверное, когда-то, до сих пор не стало реальностью. Вот той самой союза равноправных единиц или федерации, говоря по-современному. То, что Россия все время шла в сторону авторитаризма, такой вертикали, вместо горизонтали, которая, естественно, ее географией определена, не говоря уж о ее многообразии. Я думаю, все началось тогда. Карамзин считал, что историк – это учитель. Учитель народа и учитель государя. Но, видимо, мы плохие учителя, и, наверное, мы плохие ученики. Наверное, мы какие-то уроки не выучили, и поэтому стали не очень эффективными учителями.